Он покорил наши сердца. Он показал высший класс в фигурном катании. Его улыбку мы еще долго не забудем. А он, Настенька, я думаю, не забудет, как ты ему предлагала остаться в России. И не удивлюсь, если он уже созванивался с Депардье и узнавал, как там с квартирами в Саранске. Встречайте, двукратный чемпион мира. Стефан Ламбьель, Швейцария, сборная мира. Что ты думаешь о грядущих Олимпийских играх? Каков твой прогноз на соревнования среди мужчин? Я знаю, что это сложно, просто поделись мыслями как профессионал. Ну, должен сказать, что это будет очень интересное соревнование, потому что соревнующиеся находятся под огромным давлением, и, наверное, как минимум 10 из них имеют самый высший уровень. Я думаю, что это будет очень открытое противоборство. Я желаю всем удачи, особенно, конечно, тем, кто участвует в мужском фигурном катании. Я впервые буду зрителем с 1998 года, когда я в Нагано маленьким мальчиком смотрел соревнования. I'm back on и the вот couch прошло несколько лет, и я снова смотреть буду как зритель. Всем удачи. Спасибо большое. А есть кто-то, за кого ты особенно болеешь? Да, мои друзья из России, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, я желаю им удачи в парном катании, я их очень люблю, и желаю им всяческих успехов. Спасибо тебе большое, тебе тоже удачи в выступлении сегодня в профессиональной карьере. Мы будем наслаждаться твоим искусством на льду. On the diagonal, elbows up, chest up, chin up, eyes front. Ready? A 5, 6, 7, 8, a 1, change. Walk, walk, point, 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 flick, step, kick. Okay, let's do it again. From singular sensation, and point, and point, and point, flick, step, kick, step, change. Continuing, walk. Out in the back seat with Sally Ketchum. We went necking, and I was feeling her boobs, and feeling her boobs. And after about an hour or so, she says, "Ooh, don't you wanna feel anything else?" And I suddenly thought to myself, "No, I don't." Thank you.
крики восторга. Вы понимаете, занятия хореографией, а это главная тема в музыке, под которую танцевал Ламбьель, под руководством самого Стефана Ламбьеля, это везение редкое. Кто еще может такое показать и так показать? Удивительная выразительность. К его выступлению хочу добавить, да, наверное, он прав. В Сочи как минимум десяток претендентов на медали в мужском олимпийском турнире, но наша-то симпатия на стороне Евгения Плющенко, и мы же желаем ему победы. Это было бы справедливо. Скажи, пожалуйста, а сколько олимпиад в твоем багаже? Я участвовал в трех олимпийских играх. В первый раз в 2002 году в Солт-Лейк-Сити мне было всего 16, но уже тогда я соревновался с Алексеем Ягудиным, одним из моих кумиров. А затем в 2006 году была олимпиада в Турине, там я завоевал серебро. И потом моя последняя олимпиада. Спасибо. Спасибо большое тебе за такую открытость, что ты не стесняясь говоришь, что да, у тебя есть кумир, которым стал Алексей Ягудин, потому что в нашей стране он просто всеми обожаем. А скажи, пожалуйста, а какая олимпиада для тебя останется навсегда в памяти самой-самой яркой? Well, знаете, каждая олимпиада — великолепный опыт. И я желаю всем фигуристам в Сочи отличных игр. Это замечательный опыт, и я знаю, что в России очень много талантливых фигуристов. Я хочу пожелать им удачи в Сочи. Спасибо тебе большое. Я тебе уже, в принципе, от всех нас сделала приглашение. Оставайся с нами. У нас хорошо. Я хочу остаться. Really, правда, thank я очень люблю вашу страну. Можешь спасибо большое. Можешь это сделать просто сегодня. Спасибо тебе большое.